Մենք վերադարձանք առաջին լրատվականի տաղավար, շարունակում ենք Մեհրաբյան օնլայնը։ Մեր հաջորդ հյուրն է լինելու Բուլղարիայից Պլամեն Պետրովը, բուլղարացի փորձագետ, բավականին հայտնի Բուլղարիայում, և կշարունակենք այս խոսակցությունը կապված Ուկրաինայի հետ, կապված այն ամենի հետ, ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայի շուրջ, միջազգային օգնության և ընդհանրապես եվրոպական անվտանգության մասին տվյալ պահին կապված օրակարգային մի շարք հարցերի հետ, ես կանցնեմ ռուսերենի և կխոսեմ հյուրիս հետ ռուսերեն, Սոֆիայից պարոն Պետրովին։ Приветствую вас, господин Петров. Здравствуйте, господин Меграбян. Спасибо за приглашение. Спасибо, что приняли приглашение. Рад вас видеть в нашей студии. Господин Петров, перед тем, как включиться в связь с Софией, я говорил с экспертом из Украины касательно вот тех публикаций, которые просто уже стало слишком много в западной прессе о том, что ситуация критическая складывается в Украине в связи с недостатком международной военной помощи. На фронтах складывается критическая обстановка, с деньгами становится проблематично. Есть публикации, что даже, ага, Путин может победить, даже, да? И причем это все интенсивно разгоняется российской пропагандой. Для нас это не безразлично, это вопрос уже не политических пристрастий, а чисто практических соображений, потому что от этого будут зависеть функциональные возможности России в реализации своей неоимперской стратегии. И мы можем стать мишенью. Тем более вы знаете, что обстановка на Южном Кавказе на данный момент какая складывается. И Армения сейчас поэтому проводит такой стратегический разворот. Во всяком случае, об этом заявляется, скажем так. Как вам видится вот эта обстановка вот взглядом не только вот эксперта из Болгарии или гражданина Болгарии, но и взглядом европейца. Пожалуйста, господин Петров. Я думаю, что действительно эти публикации, которые в последнее время появляются по критической ситуации на фронте в Украине, конечно, они преувеличены и в некоторой степени играют на руках Москвы. Но с другой точки зрения надо иметь в виду, что постоянно надо поддерживать, так скажем, уровень готовности западных стран, чтобы оказывали военной помощи Украине. Потому что война идет уже почти 2 года, и общество, и политики в Европейском Союзе и в США немножко стали привыкать к этой войне. Считают, что это что-то обычное, уже регулярное. И, может быть, уже не стоит вкладывать такие большие усилия в поддержку Украины. Так что с этой точки зрения, может быть, лучше напомнить, что победа в этой войне зависит не только от поведения украинской армии на фронте, но и от уровня поддержки, которые западные страны оказывают. Притом я говорю конкретно о военной поддержке. Так что с этой точки зрения я смотрю на таких публикаций. А то, что вы сказали про стратегическом развороте Армении, я тоже действительно так воспринимаю. Для Армении стало ясно, что Россия никак ей не помогает в конфликте против Азербайджана. Мы имеем множество примеров последние 3-4 года. Практически Россия, хотя и формально является союзником Армении, осталась безучастной во время этой войны осенью 2020 года. Потом в прошлом году, в сентябре, Армения просила поддержки ОДКБ,
когда был обстрел азербайджанской армии против территории самой Армении, и мы увидели, что ОДКБ, а это значит Москва, никак не отреагировала. И в конце концов мы имеем то, что было в сентябре этого года, когда практически Россия, российский миротворческий контингент, который находился в Нагорном Карабахе, не сделал ничего против военной акции, которую проводила азербайджанская армия, и практически российский контингент не сделал ничего, чтобы остановить армянских беженцев, которые в конце концов покинули территорию Карабаха. Так что, думаю, основания для этого стратегического разворота довольно четкие и ясные существуют. Понятно, что Армении уже нельзя полагаться на помощь России. Ситуация, спасибо, господин Петров. Ситуация осложняется тем, что мы видим, что Россия фактически подрывает стабильность и безопасность в разных регионах параллельно с войной в Украине, потому что в своей логике, воюя в Украине, Россия воюет против такого представляемого ею Запада, да? Как она говорит, коллективного Запада. В частности, мы в открытой печати видим, какую деятельность она проводит в Центральной Азии, какое противодействие это там вызывает. На Южном Кавказе об этом вот вы сами только что говорили. Но есть еще и один регион, который находится западнее вас, да, вот это Западные Балканы, которые, находясь в центре Европы, да, веками являлись, ну, источником разных войн, в том числе и Первой мировой войны. И они институционально пока еще не интегрированы в Европейский Союз. Вы недавно были вот на конференции в Албании, и вам, ну, пришлось как бы непосредственно проникнуться этой атмосферой. Как вам видятся перспективы вот оставшихся стран? Известно, что вместе с тем, что с Молдовой и Украиной уже начинаются переговоры с Европейским Союзом. Грузии дана кандидатура, но там и прозвучало название такой проблемной страны на Балканах, как Босния и Герцеговина, где ситуацию дестабилизировать старается и Россия. Вот ваш взгляд, как вот представителя из такой же балканской страны, собственно говоря, как вам это все видится, пожалуйста? Да, значит, когда мы говорим про Западные Балканы, надо иметь в виду, что две бывшие югославские республики, Словения и Хорватия, уже являются членами Европейского Союза. И сейчас речь идет об евроинтеграции оставшихся стран в регионе. Это Сербия и Черногория, которые уже вступили в предприсоединительные переговоры с Европейским Союзом несколько лет тому назад, хотя и не продвинулись очень далеко по дороге этих переговоров. Кроме того, мы имеем Северная Македония и Албания, которые являются кандидатами в членство в Евросоюзе. У них уже есть этот кандидатский статус. Притом, например, Северная Македония уже более 10 лет имеет этого статуса, но эти две страны не начали еще переговоры для присоединения к Евросоюзу. И в конце концов мы имеем еще две страны, это Косово и Босния и Герцеговина, которые еще не получили статус кандидатов, притом проблемы с Косово там серьезные. Конечно. Несколько стран Европейского Союза вообще не признают независимость этой страны. Да. Значит, понятно, что для России членство этими странами, евроинтеграция Западных Балканов невыгодна. И в этом направлении Россия старается разжечь старые конфликты, которые и так существуют на Балканах, чтобы отвлекать внимание от Украины, конечно. Самый-самый
такой сложный конфликт, можно сказать, это между Сербией и Косово. Практически там пока еще никакого решения не видно. Конечно, Сербия не признает независимость Косово, а Косово со своей стороны не хочет отдавать самоуправление сербских общинах, которые находятся в северных районах Косово. Да. Так что там очень серьезный конфликтный потенциал. И Россия может использовать этого потенциала, поскольку все-таки Сербия, хотя и она в переговорах для членства Евросоюза, она является давним союзником России, и все еще Москва имеет серьезное влияние на сербской внешней политике. Например, надо отметить здесь, что Сербия не присоединилась к санкциям Европейского Союза против России. Кстати, Босния и Герцеговина тоже не присоединилась. Из-за того, что одна составляющая этой федерации Босния и Герцеговина, это Республика Сербска, она практически является, так сказать, геополитическое продолжение Республики Сербии на территории Босния и Герцеговины. И фактически то, на что Россия может рассчитывать, это Сербия и это Республика Сербска на территории Босния и Герцеговины. Примечательно, что в последние 2-3 года уже Черногория отошла, можно так сказать, отодвинулась от влияния Москвы. Да, и, конечно, Черногория член НАТО. И поэтому, хотя экономическое присутствие России там очень сильно, то Черногория можно считать часть, так сказать, европейского мира. Вот вы затронули вопрос членства в НАТО Черногории. Наш опыт показывает, что пока зонтик безопасности не создан, реформы, эта вся повестка реформ остается на бумаге, потому что эти реформы очень легко саботируются. Во-первых, теми группами влияния внутри каждой страны, которые повязаны на коррупции. И, конечно, коррупционеры – это же лучшие друзья России, это тоже не секрет. Вот параллельно с этими процессами интеграции всех этих стран в Европейский Союз, как идет интеграция в НАТО? Это вопрос не для любопытства. Поймите, наш интерес состоит в том, что пока на таком далеком от нас Западе евроинтеграционные процессы не завершились, у Европейского Союза может быть недостаточно политического ресурса, чтобы интересоваться нами, пока ближайший вопрос не решен. Поэтому с нашей точки зрения, мне во всяком случае это так видится, чем больше будут ускорены эти процессы и завершены, тем лучше для нас. Вот с этой точки зрения, поэтому я задаю этот вопрос вам. Как вот идет вопрос формирования определенного зонтика безопасности над этим очень проблемным регионом, который, в общем-то, и Черчилль называл пороховой бочкой Европы, да, вот? Пожалуйста. Ну, смотрите, значит, то, что произошло в Украине в прошлого года и в этом году, то, что произошло в Грузии в 2008 году, показывает, насколько важен этот зонтик НАТО, про который вы говорите. Значит, Россия нападает на те страны, которые находятся вне НАТО. Есть красная линия, и просто одни страны, которые являются членами НАТО, по эту сторону красной линии, а другие, как Украина и Грузия, пока по другую сторону этой линии. В серой зоне. Да, именно так можно сказать. Все-таки НАТО – это военная организация, и там указано, что членов НАТО должны защищать друг друга. Так что нападение против одна страна НАТО – это практически означает война против всех стран, да. Всех членов НАТО. Пятая статья Вашингтонского договора. Так что это очень важно в сфере безопасности. Но в принципе на Балканах существует убеждение, что членство в НАТО является также одним из этапов
по дороге к членству в Европейском Союзе. Значит, Болгария, Румыния, Хорватия, Словения сначала стали членами НАТО, а потом их приняли в Евросоюз. Да-да. Поскольку все-таки надо учитывать, членство в НАТО это дается легче, чем членство в Европейском Союзе. Потому что Европейский Союз это организация интеграционного типа. Да. Там надо более высокого уровня готовности для членства. А членство в НАТО предполагает, так скажем, готовность и унификации только в сфере обороны. Поэтому я думаю, что очень важно, что Северная Македония, Албания, Черногория уже вступили в НАТО. И практически это знак принадлежности к западному блоку, это членство в НАТО. Я думаю, что они уже успешно интегрировались, уже несколько лет состоят в НАТО, Черногория меньше, но все-таки во всех штабах НАТО, во всех институтах НАТО они уже представлены, и можно считать, что это полноправные члены в НАТО. Что, если мы говорим про вашем регионе Кавказском, пока не поступали заявления, кроме как Грузии. Грузия уже известна, она давно хочет вступить в НАТО, но со стороны Армении и Азербайджана нету таких заявлений, что они хотят вступить в НАТО. Хотя и даже формально, с географической точки зрения, ваш регион находится в этой евроатлантической зоне. Безусловно. Которая указана в Вашингтонском договоре. Господин Петров, и не могу не спросить, у нас эксперты из Болгарии очень редко бывают, и большое вам еще раз спасибо, что приняли наше приглашение. Хотелось бы, чтобы побольше болгарских экспертов выступали у нас в эфире, потому что уже исторически сложилось так, что у Армении, у армян такие сентиментальные чувства к Болгарии. Армяне сражались и за независимость Болгарии, и в Первую Балканскую войну. Наши первые офицеры получали военное образование в только-только образованных военных училищах Болгарии. Да? Тот же Гарегин Нежде, Андроник Озанян, да? Еще до вот Первой Балканской войны. И община такая очень старая, очень интегрированная в болгарское общество. Вот сформулирован ли интерес Болгарии в Кавказском регионе в свете вот этих геополитических изменений, которые происходят в нашем регионе вот после 2020 года? Сейчас вот идут разговоры о новых коммуникациях, идут переговорные процессы, активизируются внерегиональные игроки, скажем так, вполне себе новые, да, кто бы мог представить, допустим, лет 5 назад, что Индия, такая страна, как Индия, станет уже прямым интересантом вообще дел в нашем регионе. Вот сегодня в Ереване шла конференция о будущих коммуникациях, и посол Индии в Ереване с такой очень знаковой речью выступила, о том, что это один из таких важных трактов через Кавказ, из Индии в Иран, Кавказ и дальше в Европу. Вот Болгария, как причерноморская страна, и для которой и связи с Арменией это как бы не сегодня и не вчера, довольно-таки давно все это началось. Вот как вам видится вот в этом ключе интерес Болгарии? Можете сформулировать это ваше видение? Пожалуйста. Ну, смотрите, к сожалению, Болгария небольшая страна. Это да. И в сфере внешней политики в основном она ориентируется на общие позиции Европейского Союза. Ну, это не к сожалению, это хорошо, что это ориентируется, да. Но все-таки нет у Болгарии ресурса для самостоятельного дипломатического, политического действия
на Кавказском регионе. Mm-hmm. Конечно, самая такая интересная для Болгарии страна, вы уже упомянули, это Грузия, потому что она тоже черноморская страна. Да, ближайшая в этом плане. Да, если какие-то там торговые связи осуществляются, существуют разные проекты для транспортировки электроэнергии и так далее, а Болгария в основном смотрит к Грузии, как страна с выхода к Черному морю. Uh-huh. Тоже важно то, что вы уже упомянули, что существуют очень-очень давние исторические связи между Болгарией и Арменией. Даже эти связи существуют с времени, когда Армения не была самостоятельное государство, была часть Российской империи. Так что это тоже имеет значение, конечно. Очень сложно для меня заметить какой-то самостоятельной болгарской линии по отношению к политике к Кавказскому региону. Опять надо все в Брюсселе смотреть, какова позиция Европейского Союза. И в этом плане я могу сказать, что для Болгарии, для болгарских политиков, для болгарской общественности понятно, что роль России в этом регионе негативная, потому что Россия старается поддерживать существующие конфликты между кавказских республик, чтобы она являлась в роль арбитра. И на фоне войны в Украине еще более видно это стало. Ну, конечно, в Болгарии тоже есть такое убеждение, что застряв в Украине, у России остались меньше ресурсов, чтобы активно вмешиваться в других регионах, да. включая наш регион на Балканах и включая Кавказского региона. Угу. То есть, в любом случае, конечно, политика Болгарии, скажем, отдельно от Брюсселя мало чем отличается, но я о степени активности. Все-таки интерес к Южному Кавказу, к примеру, да, Болгарии и, допустим, Португалии, он же не одинаковый, согласитесь. Да, поэтому конечно. Вопрос приоритетов и но имейте более... в виду, что, кавказские конфликты как-то в последние два года остались в тени российско-украинской войны. Это так, да. Я говорю конкретно для Болгарии. В смысле, люди смотрят на этой войне, ну, кто-то поддерживает Россию, кто-то Украине, конечно, больше поддерживает Украину, но это считается самым главным конфликтом на постсоветском пространстве, и от этого конфликта очень сильно зависят и процессы, которые происходят в других регионах. Все остальное, как бы так. Да, да, в смысле, так воспринимается, ну, к сожалению, не очень хорошо представлена эта тематика и в болгарских СМИ, и в болгарском обществе этих кавказских конфликтов. Угу. Завершающий вопрос. Ближайший вам партнер по региону Грузия получила статус, по моей информации из Брюсселя этот вопрос положительно решен на данный момент примерно на 95, если не 99%. Остается просто это решение огласить. Грузия становится кандидатом в члены Европейского Союза. Но мы понимаем, что это и открывает двери для возможностей, в том числе и для Армении тоже. Да, потому что мы видим, что Грузия с 2004 года хотела переговоров по членству в НАТО, но она до сих пор там, потому что, чтобы не раздражать Россию. Мы видели этот процесс соглашения об ассоциации, но опять-таки без перспектив в членству и без гарантий, что если Россия начнет применять грубую силу, Европа что-то сделает для противодействия, а не только выразить сожаление. Мы видели, что Армения фактически довела переговоры до конца, и потом ее просто заставили отказаться от этого соглашения.
Но на данный момент мы видим еще и то, что Европейский Союз берет ответственность на себя. Теперь, вам видятся ли европейские перспективы вообще нашего региона? Во всяком случае, и Грузии, и Армении. Я об Азербайджане не говорю, потому что они считают себя страной, членом движения неприсоединения, и у них как бы нет такого видения, что они хотят в Европу. Вот как вам видятся дальнейшие процессы через год, через 5 лет, через 10? Да, вот. Значит, процесс евроинтеграции – это очень длинный и процесс, который имеет разных этапов. Так. Это самый первый этап, который вы упомянули, получение статуса кандидат в члены. Угу. А потом идет переговорный процесс. И иногда надо сказать, что даже не крайняя точка, а сам этот процесс имеет значение и влияет очень серьезно на развитие этих стран, которые являются кандидатами в членство в Евросоюзе. Mm-hmm. Потому что они обязаны предпринимать реформы, управление своей страной, вводить антикоррупционные меры, менять законодательство и так далее. И в конце концов обычно оказывается, что эти меры, все это сделано не только для Брюсселя, чтобы там они сказали хорошо, а это сделано для самих этих стран, которые этого делают. И это лучше для их общества, когда делаются такие реформы. Так что Грузия фактически уже вступает на эту дорогу. И я думаю, что не такая большая разница между Грузией и Арменией, чтобы и Армения тоже не вступила на эту дорогу. Но здесь, по-моему, пока мешает, например, членство Армении в организации договора коллективной безопасности. И Евразийском союзе тоже. В Евразийском союзе, да, конечно, в Евразийском, при том экономическом союзе, да, надо да, вот отметить. Именно. А поскольку Европейский союз тоже в основном это объединение экономической интеграции, да, то очень сложно вообще рассуждать о возможности присоединения или начала этого евроинтеграционного процесса, если страна является членом другого такого экономического интеграционного объединения. И поэтому я думаю, что в этом состоится и разница между Грузией и Арменией. И это членство Армении в организации, где лидирующая роль играет Москва. Так что это ваш выбор, конечно, вы должны сделать, но мне кажется, что и то, и другое не будет возможно. В смысле, такой стратегической автономии может быть возможно в сфере обороны или в сфере безопасности, но в экономической сфере это для меня невозможно. Ну и последний вопрос. Да? Не могу не спросить о Турции, потому что мы фактически соседи через Турцию. Да? Вы с западной стороны, мы с восточной стороны. Турция – это очень важная страна в регионе, очень важный член НАТО, но и такая, скажем, непростая страна, с которой у нас непростая история, ну и у вас тоже непростая история, но сейчас 21 век, и мы на все смотрим, ну, стараемся во всяком случае смотреть глазами 21 века. Как вам вот видятся перспективы Турции, вот исходя вот из представлений текущего этапа? Турция является решением проблемы или все-таки Турция проблема, которую нужно решить как-то? Вот ваше видение каково? Если мы говорим про евроинтеграции, то Турция давно является членом кандидатом в членство в Евросоюзе, давно ведет переговоры, но сейчас все это заморожено. И это заморожено из-за того, что опять Турция следует своей линии так называемой стратегической автономии. И хотя она является членом НАТО,
можно сказать, что в то же самое время она поддерживает хорошие отношения с Россией, и практически она находится на одинаковом геополитическом расстоянии от НАТО, от США и от России. Так что в некотором степени это членство в западном блоке — это формальное членство Турции. Так что Турция, с одной стороны, является, например, решение, если она может удерживать эти мигрантские волны, которые заливают Европейского Союза, но с другой стороны, Турция является проблемой, если мы говорим про отношения, вообще этот конфликт Запада с Россией. Да. Потому что недавно стало известно, например, что многие санкционные товары проходят через Турцию в Россию. Практически Турция не только не присоединилась к санкциям, но она содействует, чтобы Россия нарушала этих санкциях. Так что я не думаю, что можно сказать, что Турция вообще надежный партнер Европейского Союза в этом плане. Но это не значит, что не надо вести переговоры с Турцией, не надо пытаться повлиять на внешние политики Турции. Ну, конечно, там есть один фактор — Эрдоган. Пока он остается доминирующим в турецкой политике, я так вижу вещей. Значит, Эрдогану понятно, что он никогда не будет первой скрипкой в западном мире, если Турция присоединится к Европейскому Союзу, например. А в то же самое время он позиционирует себя как какого-то лидера исламского мира, лидера тюркского мира, лидера так называемого глобального юга. И ему эта роль нравится. Это тоже одна из причин, почему он так идет далеко от Европейского Союза. И в последнее время видим, например, что в этот конфликт Израиль-Палестина, он всячески поддерживает Хамас и палестинцев. Так что роль Турции надо рассматривать с точки зрения геостратегического положения страны и с точки зрения субъективного фактора этого человека, Эрдогана. Спасибо вам очень большое за очень и очень интересный разговор, господин Петров. Надеюсь, еще будут поводы, чтобы встретиться в эфире, что я сделаю с большой радостью. Вам спасибо. Тоже спасибо. Всех благ вам и вашей прекрасной стране. Спасибо. До свидания. Ահա մենք լսեցինք Սոֆիայից, Բուլղարիայի մայրաքաղաքից, բուլղարացի քաղաքագետ, Բուլղարիան բավականին հայտնի, այսպես ծանր քաշային քաղաքագետ Պլամեն Պետրովին, որը շատ լավ է տիրապետում թե մեր տարածաշրջանային քաղաքական անցուդարձին, թե Բալկաններում, թե ռուսական քաղաքականությանը. Շատ լավ գիտի պատմություն եւ շատ լավ գիտի ռուս-բուլղարական հարաբերությունները եւ դրանց փորձի օգտակարությունը Ռուսաստանի յուրաքանչյուր հարևանի համար։ Այսօր այսքանը, բարին ձեզ, կհանդիպենք։